Приветствую вас, ребятушки и девчатушки. С вами снова ученик 77, дядя Саша, он же. Играем The Long Dark, выживание, в незваного гостя. Находимся в одинокой топи. Зовут нашего персонажа Астрид, она есть тетка. Прожили 228 дней. Поехали. Попрем на ферму, а из фермы потом попрем на ночное озеро. Оттуда в охотничий домик. Напоминаю всем, что 25 ноября, уже скоро, в субботу, в 19:00 по Москве, то есть 7 часов вечера, на моем канале Жук, Муравейники, состоится стрим. Так что всех милости просим. Так, что тут у нас интересного есть? О, волчаку вижу. Вижу волчаку. Волочака! Он меня увидел. А он меня увидел. Это, я так понимаю, как его там... Вожак. Уж как-то дюжа Арьяна он меня увидел. Так, стреляй, вожака. Ты гля, падла. Да что ты будешь делать? Чё ж такой косой? О, все плохо. Все плохо. Волк уходит, уходит волк, уходит волк. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Надо его догнать и зарядить ему из лука. А, он глянь. А он испугался. Нет, я это так не оставлю. А я это так оставить не могу. Куда ты делся, а, сволочуга? Ну-ка иди сюда. Кому? К Омоне. К Омоне. Ж ты какой мерзавец. Сожрал, значит, и по сматкам. Гля, он от меня сматывается. А, гля! А ты паскуда. О, вот это он рванул. Вот это он рванул. Давай назад. О, типа проголодался, да? Типа проголодался. У меня еще для тебя есть. А у меня для тебя еще есть немножечко. Еще есть немножечко. Да что ты будешь делать, рожа косая? Где моя стрела? Волк! Волк, вернись! Вернись, я все прощу, волк. Волк. Иди сюда. Продолжим нашу косую стрельбу. Износ лука и износ стрел. Тимс и пли. Ух ты, наповал. Так, что там у нас? Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, волк убитый. Пора, волча, ружка, проснись. А заберем твою шкуру и убежим с ней. Ха-ха-ха. Надругаемся над твоей шкурой, высушим ее и сошьем из нее себе курточку. Ха-ха-ха. Так, я надеюсь, ты тут без братана ходил один. А то еще братан придет отомстить. По самой не балуйся. Так, значится, надо проверить, в каком там состоянии у меня лук. А, ну я с собой возьму клен и там тогда сделаю, наверное, в охотничьем домике. Там тоже же есть у нас, если оттуда, конечно же, дойду, там тоже же есть, как его там... Верстак. Да, есть там верстак. Вот там мы себе и забабахаем новый лук на верстаке. Угу. Так, а теперь спать, 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 спать. Не забыть, главное, тут ничего завтра с утреца собрать важного. Так, а я вообще тут хоть какую-нибудь жратву сейчас найду. Я вообще тут хоть что-нибудь найду. Так, жратва у меня не очень много, да? Так, ну давайте. Жратва у меня была где-то вот тут, с этой стороны. С этой стороны где-то у меня была... Была где-то с этой стороны у меня, как ее там, оленина была. О, что-то вижу. Что я увидел? Оленина. И еще одна. Так. Ну, пошли искать наш спальный мешочек. Сейчас через какое-то время мы его должны увидеть. Ну, не сразу, конечно. Так, стоп. Это мы куда-то не туда. Или все? А, все. Вот что-то какие-то вот цветы вижу. А где же спальный мешочек? Где же спальный? Нет, что-то ты не дошел, брат. Это не спальный мешочек. Спальный мешочек, он дальше явно был. Да. Да, давай. Давай, давай, сдавай задом.
А где он тут? Он где-то вот тут уж скорее валялся. А вот он, вижу его. О, зрение. Зрение вернулось неожиданно. Так, давай тогда сейчас шкуру волчью выкинем. Где-нибудь вот здесь. Пусть она осохнет. Так, бросить. Так, теперь вот наш спальный мешок. Так, ну что, мы едим, да и пьем, да и спим. Собственно говоря, все забавы. Все наши нехитрые забавы. Так, а, я хотел проверить, что там у меня с лучком. Лучок. Лучок 57%, стрела 97, 90, 70. Ну, не сказать, что прям дюжа хорошо. Ладно. Спим 9 часов. Восстанавливаемся, так сказать. Так, я, насколько помню, всем-то там себе починил, значит. Волчью шубу, еще что-то починил. Так, что-то у меня утро раннее. Сейчас я проверю еще раз, что я тут себе починил. Так, починил я себе самоплясы и штаны. Так, а все, а больше у меня тут оленя остальная не скоро высохнет, да? Да, не скоро высохнет. Так, больше, наверное, спать не смогу, да? Не, не смогу. Могу только подождать, чтобы стало немного посветлее и потеплее. Подождем. Так, подождали. Давай сожрем всю вот эту мелочевку. Потому что я сейчас с собой мясо потащу. Всю эту мелочевку надо сожрать. И вот это все сожрать. Так, воду тоже выпить. Ну и поспать, сколько мы там сумеем. Так, точно никаких шкур таких нету. Вот это 6%, это 70%, это не скоро будет. Так, березу берем. Березу берем. Клены, да все равно туда оттащим, даже если они не просохли. Так, нет, шкуры не просохшие не берем. Грибы отволакиваем. Грибы отволакиваем. Чай забираем. Так. Сейчас, погоди, я поспать хотел. Поспать. Сколько мы там сможем? Поспим, давай. Потому что могут сейчас нас волчишки-то заатаковать. Да, можем рукопашный мы дельце закончить. Так, холодно сейчас будет. Давай тогда подождем еще. Ну, хотя бы час. Вон 7 градусов. Давай еще подождем. Смотри. Вот давай 8, давай 9. Вон на улице, вот 10. Во, нормально. Фиг с ним. Тогда давай... Ой, там метет. Ой, метет. Ой, что, все, все. Дождался. Дождался. Все, дождался. Какая ж тут температура? Минус 30. Нет, в такую погоду я идти никуда не могу. Не могу. Не могу. Не могу в такую погоду никуда идти. Значит, будем ждать. У нас, в принципе, только день начался. Может быть, еще мы тут сейчас сможем просидеть. Давай ждем. Давай, я не против. Так, давай, что там, сожрем мясо. Выпьем воду. И подождем еще. Часик. Или два. Ну, давай подождем. Час. Давай ждать по часу. Потеплеет, глянь, 14 стало градусов внутри в помещении. Давай поспим 2 часа. Может улучшиться. О, антибиотики разрушились. Разрушились антибиотики. О, вроде стихло все, да? Да, все. Идеальная возможность свалить отсюда. Так, мы сейчас, конечно, в перевесе в таком попрем конкретном. Но мне надо отсюда все барахло тащить. Ничего не поделаешь, придется все брать. Так, это мы, значит, взяли. Это ладно, грибы пусть остаются. Так, шкура не высохла, кишки не высохли. Уголь обязательно, обязательно, уголь обязательно. Так, под шкурой тут ничего нет, ничего. Так, шкуры пусть остаются, шкуры я не потащу. Кишки не высохшие, не потащу. Так, забираем вот это все. Потому что нам нужны там в горне дрова. В очень большом количестве они нам нужны.
Поэтому это мы все берем, 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 берем. Палку берем, 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 берем. Так, а это можно оставить. Сухой плод Тимофеевки, я не знаю, зачем он нам нужен. Какой же у нас вес? 36 килограмм. Ой, да не сказать, что прям уж капец перевес. Не сказать, что уж прям капец перевес. Ну, конечно, нормально, да. Сейчас я еще мясом грузанусь. Будет, конечно, тяжеловато. О, остался децл самый. Так. Мясом. Мясом, 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 мясом. Так, один мяс. Второй мяс. Третий мяс. Так, это разрушенный, пусть валяется тут. Так, погнали. Сейчас волчишки, как спецом, начнут меня заатаковывать. Они это любят. Я прям... прям чую, что сейчас начнут заатаковывать. Ну что ж, пускай атакуют. Мы готовы. Интересно, а есть ли у меня там вода? Осталась ли у меня там вода? Вот этого я не помню. Я помню, что жрать у меня там было особо нечего. А вот по поводу воды я как-то плохо помню. Ну да и ладно. Это уже не важно. Помнишь ты там что или не помнишь? Сейчас мы все узнаем. Сейчас мы все узнаем. Можно было, конечно, бы все в пещерке почалиться. Но, по-моему, харе. Харе. Я и так здесь долго просидел. Вон у нас еще одна пещера имеется. В ней можно, если что, тоже посидеть. Погреться. Ну, нам пока это не требуется. Нам пока это не требуется. Нам бы до фермочки, до фермочки. Хотя, вообще, наверное, надо зайти обогреться. Да, надо зайти. Потому что вон уже наполовину. Наполовину здоровья-то ушло. А прошли-то всего ничего. Ладно. Я не против. Давай зайдем обогреемся. Давай зайдем. Тем более я в ней, по-моему, вообще не был. Вдруг тут что-нибудь интересное валяется. Или был? Я уже не помню. Был я в ней. Наверное, все-таки был. Ничего тут интересного не валяется. Так, ну что, давай подождем часик, да? Давай. Ух, это что-то аж 22. 23. 24. Типа на улице потеплело, да? Ну, пошли. Пошли, сейчас узнаем, что там на улице. Сейчас мы это узнаем. Ну, мести сильно не начало, и то спасибо. И на том спасибочки. Так, палки я пока собирать не буду, палок мне хватит. Палок мне хватит. Так, что там температура? Минус 7. Минус 6. Хорошая температура, я тебе скажу. Да. Но и при такой мы замерзнем. Один фиг, пока дойдем. Но, в принципе, здоровья пока много. Пока много. Конечно, для дороги хотелось бы иметь 100%. Ну, мало ли чего тебе хотелось, дядя Саша. Что будет, то и будет. Теперь вот такой вопросник. Вот этот лед здесь. Он ходибельный или погибельный? Сейчас мы это узнаем. Ну, в смысле того, он прочный или нет. А то сейчас как захрустить. А, не, не прочный. Спасибо за информацию. Захрустел. Просто я помню, что я здесь верхом шел. Не зря я здесь шел верхом. Потому что низом тут как-то плохенько. Текс. В прошлый раз меня тут волки атаковали по страшной силе. О, а вот он, кстати, уже первый кандидат на атаку. Но он что-то обоссыкался. Обоссыкался и убежал. А вот это нифига не радует. Лучше бы он сагрился спокойно, и мы бы с ним тут потягались. А он обоссыкался и убежал, не пойми куда. Вот куда он убежал? А вот он. О. Он что, опять заднюю включил? Повторно заднюю включил? Слышь, волк, давай уже ты нормальным пацаном будешь, мы с тобой по это самое побьемся там. Иди, иди сюда. Come on, come on.
Вот, вот это по-нашему. Это по-нашему. По-маккензински. Давай. Заходи за мясой. О, получил в спину. Получил в спину стрелу и убежал с ней паршивец. Убежал паршивец с моей стрелой в спине. Как это называется? Это называется «Прощай, стрела». Да, осталось две. Одна стрела ушла. Ну, он сейчас, конечно, где-нибудь окочурится. Где-нибудь-то он окочурится. Вопрос только где? Насколько это будет далеко или близко? Это как повезет. Это как повезет. Это в прошлый раз он же тут на меня нападал. Я, наверное, ему рожу в прошлый раз набил. Вот он тут живой до сих пор остался. После того, как я ему рожу набил. Ну, вот сейчас он, конечно, получил более серьезный урон. О! По-моему, я слышал, как он сдох. Или это дерево скрипело. По-моему, был звук такой, типа... Ну, как волки дохнут, когда падают. В смысле, падают, когда дохнут, дохнут, когда падают. И все такое прочее. Так, металлический лом. А где же он сдох? А где же он сдох? Он тут где-то шляется. У него тут где-то локация. Где он сдох? Так, волк, 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 где ты сдох? Куда ты бежал? Это вот твоя кровь была, да? Ага, вот кровь. Пошли по следу, пошли по следу, по следу. По следу. По кровавому следу. Вот здесь он бежал, 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 бежал. Бежал, бежал, бежал. Бежал, 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 бежал. И куда он потом повернул? Так, сюда потом повернул. Сюда потом повернул. И потом куда повернул? Сюда. Не понял, где он есть. Где след? Где след кровавый? След кровавый тянется по сырой земле. Так. Голова повязана, кровь на рукаве. Оба-на, я след потерял. А, вот это что? Это камень. Что, все, след исчез, что ли? Я не понял. Был же только что след. А, след исчез. Нормально, след исчез. Твою ж за ногу. И куда он делся? Ну, типа, волк сдох, все, след не нужен, я понял. Мне бы его найти. Было бы неплохо. А где он издох? А где они изволили издохнуть? Да, кровавый. Чего ты там говоришь? Чего ты там говоришь? Я говорю, вот волка бы найти, где он сдох. А у тебя какие переживания? Семейная ферма. Да я понял. Где волчишка сдох? Вот что меня интересует. Где наш бедненький волчишка изволил откопытиться с моей стрелой? Ну, возможно, конечно, прилетят вдруг волшебники в виде ворон и покажут, где его трупешник. Но боюсь, что мне некогда ждать, пока они прилетят. Так, ты лучше бойся не этого. Ты бойся, что тут сейчас окажется 4 ШТ волка. 4 ШТ волка. И все они поочередно на тебя киданутся. Вот это будет Клея. Так, ладно. Бегом, марш! Бегом! 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 Быстрее, 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 быстрее. Так. Прибежали. Мои жалкие дрова. Чё-то их тут мало. Так, молот. Так, молот. Тот, кто быть желает молот, пусть всегда метает молот. Так, это мы сюда кладем. Так, передать все. Уголь. Передать, 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 передать. Так, горючее. Ладно, горючее мы себе оставим. Так, что тут у нас интересного? Сухая молодая береза. Заберу. Эти кленовые я там сейчас сушиться брошу. Так, металлолом здесь оставим. Да. Так, грибы сейчас с собой заберу. Из орудий труда что-нибудь надо оставлять? Вероятно, нет. Хотя, погоди, давай я нож оставлю. И точилку оставлю. А себе заберу новенький ножичек. Вот так, чпок. Так, древко. Чпок, чпок, два штуки. Так, тогда сухую березу одну можно сюда пихнуть.
Да и вторую можно пихнуть. У меня там, по-моему, есть береза. Так, что у меня тут интересного? Мне с собой брать гвоздодер не нужен. Вот эту фигню взять, а то мне светить совсем нечем. Так, давай возьмем вот эту фигню. Так, одежда у нас тут какая-нибудь есть рватая? Нету. А тряпки тут какие-нибудь есть? Нету. Только перья. Так, чуть выше у нас что? Пусто. Еще чуть выше тоже пусто. Так, я понял. Так, давай я сейчас быстренько метнусь. Что тут у меня еще какая-то кожа? Что мне с ней делать? Она разрушена. Так, шконка. Шконка нам не нужна. Воды. Воды у меня здесь нету. Воды, воды, воды. Воды здесь нету. Так, все. Тогда все это я с собой тащу. Пока. Хотя могу половину Тимофеевки сюда отгрузить. Мне, наверное, столько не надо. Давай себе половину оставим. Давай сюда 14 передадим. А себе оставим 13. Так, ладно. То есть мы, короче, идем туда. Где у нас волчишка сдох? Непонятно. Где моя стрела? Тоже не ясно, да? А температура тут вообще как? Блин, не очень холодно. Можно было бы стрелу себе сделать. Можно было бы стрелу себе сделать. А сколько нам шконка дает тепла? Сколько нам шконка дает тепла? Тихо. Так, она дает нам плюс 5. А, у нас еще с минус 2, да? Да мы можем час поспать, да? Давай, мы не должны замерзнуть. Если, конечно, не поголодает. Не, вылечили риск переохлаждения. Это отлично. Сейчас хоть одну стрелу себе сделать на этом. На как его там? Вот тут. Какая температура у нас? Минус 7. Да и пофиг, сделаем одну стрелу. Ой-о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 й. Кацанулись, конечно, но ничего страшного. Зато стрелу себе сделали. Это нормально. Так, все. А то у нас стрел-то целых мало. С волком-то одна убежала. Так, погоди, погоди, ты собрался в путь дорожку. Ты забыл себе взять немножко наконечников. Да. У тебя с собой сколько наконечников? 2. Ну и возьми с собой еще. Ну, хотя бы штук 8. Во. Все. Пошли теперь. Пошли теперь. Ох, там сейчас, наверное, волки выстроятся в ряд, пытаясь меня загрызть. Я так подозреваю. Почему-то у меня есть такие подозрения. Так. Ладно, выстроиться так выстроиться. Что нам бояться? Эх, была не была, как говорится. Так, 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 так. Выстроиться будем расстреливать. Не выстроиться, значит, прошмыгнем по-быстренькому. Нам все равно. Так, палочка. Выручалочка. Еще одна. Еще одна. Так, бегом, 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 бегом. Там у меня единственное, что может быть, не быть воды. Тогда мне придется разводить костровину. Так, не видать волков? Ну, пока не видать, а там что? А там посмотрим. Так. Появится, так появится. Что же нам? Ух, какой у меня сильный этот... Коцанность-то, а? Блин, коцанулся я по-крупному. Нехорошо это, мне же в дорогу идти, мне нужно много здоровья, я же там сейчас замерзать буду. Будешь, а как же? А как же, конечно, будешь. А, вот что меня еще интересует, что там у меня с медвежьей шкурой? Развалилась она или все-таки цела? Это прям мне интересно. Прямо интересно. Сейчас узнаем. Что там у нас с медвежьей шкуренью? Так, 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 так. Медвежья шкурень. Шкурень медвежья. Так, а чё я там не оставил грибы? Чё я сюда их себе припёр? Ладно. Тут сейчас оставим. Так, вот наш пещерк, в которой живет какой-то чувак вместо нас. Да. Тут у нас даже есть вода. Есть сухая береза. Высушенная шкура. Высушенные кишки. Высушенная волчья шкура. И медвежья шкура!
Сколько в ней? А, 12%. О, нифига себе. Я думал, меньше будет. 12% это ж куда не шло. Это еще куда не шло. Так, значится, что тут у нас? Температура какая у нас тут? 18. А мы можем тут или сейчас ночь наступит, что-нибудь починить? Допустим, вот эти бруки починить. Ну, попробуем. Так, 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 починили. Прикроласана. Так, ну и все, да, шубу. А, вот эту шубу еще можем починить. Тут у нас волчья где-то есть шкурень, но, наверное, уже слишком темно. Уже, наверное, слишком темно будет. Наверное, нам скажут, что мы не можем ничего чинить, ибо слишком темно. Но это мы еще попробуем. Действие. Ремонт. Ага, не можем ремонтировать в темноте. Понятно. Хорошо, тогда мы едим. Пьем. И спим, разумеется. А с утра уже чешем. Так, так, так. Ну давай, 7 часов попробуем поспать. А там что получится? Немножко восстановим своего жалкенького здоровьица. Так, это значит у меня одно древко и одна береза. Ладно, мне хватит. Я там березы, если что, найду. Я там тоже немножко поживу. Сразу оттуда не слиняю. У меня сколько наконечников при себе? 10 целых. И еще раз, два, три на стреле. Но эти, конечно, могу посеять запросто, да. Так, кишков надо будет с собой прихватить. Прихватить. А, вот это я забыл бросить. Один лук надо будет с собой взять. Так, это береза сухая, пусть валяется. Так, что там у нас? Там у вас еще времени дофига. Вам придется как-то ждать. Давай 3 часика подождем. Ох, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2, минус 3. О, в плюс пошли 4. Хорошо, что я себе всю одежду перечинил. А то б замерз тут нафиг. Так, ну вот мы выспались. Окончательно и бесповоротно. И можем чесать куда-нибудь. В принципе, погода подходящая. Так, поднимаем. Клен, какой у нас самый этот? 76%, а этот 62%. Так, пусть остается. А, я еще кишки давай возьмем. Так, тут кишков не видать. Видать. Так, тут у нас оленья шкура. Оленя нам не нужна? Нет, наверное, не нужна. Из оленя я уже все починил. Давай шубу зафигашим и почешем. И почешем. Так, зафигашили. Так, наверное, придется воду забрать тоже. Так, что тут у нас? Вода. Да, воды у нас немного. Немного. Да и еды я бы не сказал, чтобы дюжи много. Так, все, это волкам на подкормке. Погнали. Все взяли. Клен взяли. Ножовка с собой. Так, ножовка с собой, спальник с собой, лук есть, нож есть, топор не нужен, таскать его надрываться. Ну все, погнали. Погнали. Одежду всю перечинили. Так, а ветка я тут с собой много тащу? 12 штук. Ну ветки пусть, они мне сейчас могут понадобиться где-нибудь обогреться в экстренном порядке. Ветки пока пусть. Так, ну что, отправились мы в путь. Железнодорожная ветка загадочного озера называется, 12 градусов. Это нам идти в обратную сторону, вот сюда. Да. Идти, спускаться вниз на железку и переть потом по железке, по железке, по железке, по железке. До ремонтной площадки. Потусуемся немного на ремонтной площадке, а потом попрем в охотничий домик. Так, у нас опять туман. Ну, туман это, в принципе, не очень плохо, потому что это все-таки чуть теплее, чем без тумана. С туманом потеплее будет. Так, над кем там ворон каркают? Не над сдохшимся ли волком? Да, что его искать? А вдруг он сдох, где лед непрочный? Вот еще бессмысленно его искать. Не, вороны вон куда-то улетели всей толпой. Куда-то улетели. Или наоборот, прилетели.
Короче, они то ли улетели, то ли прилетели. Фиг их знает. Фиг их знает. Так, ну а у нас есть три стрелы, если чё. Если чё, три стрелы. Так, а много ли у меня с собой перьев? Перьев 8 штук. Блин, мало перьев, и там я не взял. Надо будет собирать перья активно. Это только на две стрелы. На одну стрелу три пера. Надо собирать перышки, дядь Саш, надо собирать. А то ты себе только две стрелы сможешь сделать. Ладно, перья мы себе найдем. Трупаков тут хватает. Чего-чего, трупаков тут хватает. Иногда мы делаем трупаки, иногда нам попадаются трупаки. Чё там бормочешь? Замерзаешь уже, что ли? Да ладно. Держись. Держись. Нам еще знаешь, как долго переть до этой, как его там, ремонтной площадки? О, придется костер разжигать. Нам переть вообще долго. Вообще долго. Очень долго. Так что терпи. Так, соберем вот эти грибы и хары. Ну и так там этих грибов фиг его знает сколько. А я и забыл их в пещере выкинуть. Я их сейчас все потащу с собой. И сколько же они весят, а? Сколько их с собой будет таскать? Ой, да весят они не так уж много. Всего лишь 300 грамм. Ладно. Прощаю. За 300 грамм прощаю. Не 3 килограмма в конце концов. Тихо-тихо, какие мясо? Ты что кидаешь мясо? Я не на то нажал. Не надо мясом кидаться. Они нам еще пригодятся. Они нам еще пригодятся. Ты что, там солнце выходит, да? Давай-давай, солнце. Мы сейчас костерчик разведем себе. Лупкой. Давай-давай-давай, солнце. Так, солнце, друг. Давай-давай. Давай-давай-давай-давай. Так, тихо, ноги не ломаем. Не надо ноги ломать. Так, что там у нас? Так-так. Давай костер разведем. Сейчас себе подогреем. Ну, этого сделаем, рейшу. И воды немного. Обогреемся и почешем дальше. И рейш хряпнем горяченькой. А то как-то в минуса все уже падает, а нам еще переть долго. Надо немного обогреться. Пока солнышко есть. Угу. Пока можно, не тратя спички, развести огонечек. Какое тебе место, где надо согреться? Ну ты же видишь, костер разводим. Че ты? Логики-то никакой в твоих словах нету. Надо говорить, во, я костерчик развожу, сейчас огреюсь. Че ты? Так ты, кто там, открою. Ни ума, ни фантазии. Я ж костер развожу, ты что, не видишь? Вот, костер, палки. Так. Надеюсь, мы в плюс хотя бы выйдем этим прекрасным костром. Это мы сейчас проверим. Минус 2, минус 1. Так, в плюс вышли. Ну что ж, хорошо, что вышли. Тогда давай водички себе зафигарим, литрушечку. Давай. Ох, как я медленно греюсь, как я медленно согреваюсь. Вообще никак не согреваюсь практически. А чё так? Температура потом уже большая. Не, вон, гля, стал в две линии согреваться. Так, придется еще воды кипятить. Потому что нечего отсюда чесать, пока мы не согрелись. Ой, холодает, холодает, холодает. Гля, ветер начал дуть. Сейчас я не успею себе ничего сварить. И пойду не солоно хлябавши. Надо быстрее варить. Так, хорошо, давай. Приготовленные грибы, давай. А то еще не успею ничего сделать. Попрусь отсюда, как дурачок. Так, давай еще, пока есть возможность. Так, да пока вроде нормально. Пока вроде нормально. Погас костер, да? Угу. Тут вот приготовлены плоды шиповника. Давай их зафигарим. Так. И давай зафигарим. У нас еще есть грибы. Приготовленные грибы. Давай. Так, ну вот мы как раз почти и согрелись на горячей зале уже. Ладно, нормуль. Нормуль. Так, что тут у нас по части грибов? Какие из них горячие? Холодные, 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 холодные. А где же горячие? Где горячие-то? Бля, все горячие. О, горячие.
Так, все, нормуль. Лук взяли. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Не знаю, какая там сейчас погода будет. Покидаете? Конечно, покидаем. У нас такая цель и была покинуть. Была такая цель покинуть. Ну, давай, давай, давай. Тут, конечно же, волки будут, естественно, нам мешать. Естественно, будут нам мешать. Так, какая у нас здесь температура? Здесь минус 11. Ну, в принципе, ладно. Ладно, пошли. Так, я, наверное, здесь не буду отвлекаться на сбор всяких грибов и прочей ерунды. Не буду тратить на это время. Буду идти прямиком. Интересно, а здесь же где-нибудь тоже пещеры есть? Да, наверное, есть. Но здесь мало все исследовано. Вот там наверняка какие-нибудь пещеры есть. У меня есть такое подозрение. Ладно. Ладно, это мы туда потом сходим когда-нибудь. Сейчас пока мы идем прямо. Так, у нас там оползень, да? И нам надо обходить. Обходить по озерцу. По речке, точнее. Какое озерцо? По речке. Так, обходим оползень. Так, обходим, обходим, обходим. Главное здесь ничего себе не растянуть раньше времени. Так, это я куда-то не там стал обходить, да? Дюж далеко я начал обходить. Ой-ой-ой-ой-ой! Я думал, я сейчас расшибусь. Я думал, все, я сейчас расшибусь. Я вообще не понял, на чё я встал. На чё я встал? На чё я встал-то? На воздух, что ли? Да я сейчас упаду отсюда. Ну, естественно, естественно. Естественно. Ну, а куда ты летел с такой скоростью, слышь? Осёл. Так, и чё у нас растянуто? Растяжение запястья, вывих лодыжки. Как это прекрасно, как это прекрасно. Так, пить. Ой, а я даже не указал, что мне лечить. И что, у меня вылечилась лодыжка. Ну хорошо, давай запястье вылечим. Хрен с ним. А одежду сильно порвал? Так, так. Ну так вроде терпимо, не сильно. Твою ж за ногу, а. Твою ж за ногу. Куда тебя понесло? Куда ты разогнался? Ты вообще не туда пошел. Свернул слишком рано. Ой, я сейчас здесь. Вообще мог разбиться нафиг. Легко еще отделался. Да. Шиповник зря просрал. Вот просрал зря шиповник. Вот ты его собирал, копил, и вот тебе, пожалуйста. Хлобысь и готово. Так, давай еще отсюда свалимся один разочек, и вообще все будет класс. И вообще все будет класс. Не, я не хочу отсюда свалиться один разочек. Мне такой класс не нужен. Так, да чё вот здесь он вечно, блядь, буксует? Я вот не понимаю, чё ты здесь вечно-то буксуешь? Что это за говно такое? Чё понаделали? Хрен пройдешь по ровной местности. Ладно, все, спокойно. Не, ну зачем такие ландшафты делать, что эти хромоногие руконогие вывихиватели ровно идти не могут? Спотыкаются на ровном месте. Так, тут меня обычно волк встречает, если я сюда прихожу. Я сюда приходил не часто, но каждый раз, когда прихожу, он меня там встречает. И пытается съесть, как всегда. Ничего нового, короче. Короче, ничего нового. Так, шиповника у нас больше нету, да? Ну, естественно. Ну, я там еще найду, там около этого растет шиповник. Немножечко. И вроде там у меня еще плоды есть, да? Плоды есть какие-то. Вот. Приготовленные. А таких тоже 16 штук есть. Если что-нибудь найду, то можно будет добавить. Чтоб забабахать. Так, это оползень с другой стороны. Пошли вперед. Пошли вперед. Тут сейчас будет волк. Зубами щелк. Так, палка. Палка. Еще одна палка. Палка. Прихватим, пригодятся. Так, там сейчас будет какая-то дрезинёшка. Около дрезинёшки крольчёшки и волчёшка. Они там группой такой. Волчёшки, крольчёшки. Так, куда ведет вот этот путь, неизвестно.
Так, туманчик наступает. Это, конечно, не очень хорошо, туманчик. Я сейчас волчишек буду плохо видеть. А они меня будут хорошо видеть. Да. Так, вот тут пошел завал. Завал. Так, нам бы как-то не двигаться, чтобы у нас за спиной никого не было. Так, вот крольчошки разбегаются. Вот дрезинчошка стоит. Дрезинчошка. Что тут на ней интересного есть на дрезинчошке? Так, на нее можно подняться вот так, да? А толку? Зайти в нее нельзя. Зайти в нее нельзя. Что тут у нее интересного есть? Сюда не зайдешь. Не зайдешь. Не залезешь. Не зайдешь, не залезешь. Ничего тут у нее интересного вроде как не видать. Совсем ничего, да? Ничего тут не лежит, не спрятано для нас. Нет, не лежит, не спрятано тут для вас ничего. Вообще ничего. Да. Ладно. Че я здесь застрял? Пошли отсюда. Кролики вон ходят. Ну и пусть себе ходят. Жаль, что сюда зайти нельзя, да? Что-то никак не открывается. Не взаимодействует. Кролик опять. Так, не, мне дальше. Мне дальше идти. Вот это он... Вот это они... Так, это я, конечно, бегу с такой скоростью. Это здорово, но, блин... Так, волк. Где это падла? А, это падла на кролика напала. Я понял. Я понял. Сейчас мы попробуем в эту падлу стрельнуть. О, убил. Нифига себе. Ха-ха-ха. Красиво. Так, ну ладно, чё, мне с волка. А я уже замерз, да? А у меня тут недалеко моя ремонтная площадка. Так, ладно, фиг с ним, пусть валяется. Кролика возьму. Кролика посушим на рукавичке. Побежали. А волчишка пусть валяется, не нужен мне волчишка. То мне тут далеко еще идти, тут где-то сейчас должен быть вход справа. А, да вот он. Вот тут тачка стоит. Ладно, за волчишкой, если что, можно потом сходить. Это, как выяснилось, недалеко. Так, машина, сошедшая с рельсов. Ничего в ней интересного, снаружи нет. А внутри есть что интересное? Перчатки. Ну, давай возьмем, только нам им делать нечего. О, вячина, вяленая говядина. Так, в бардачке. В бардачке шаром покати. Так, ну пошли дальше. Нас встречает туманом ремонтная площадка. Причем сильным таким туманом, надо сказать, встречает. Сильным таким, надо сказать, туманом. Ну, тут тоже волчаки пасутся активно. Ну, нам пофигу, мы одного кокнули. Теперь мы типа крутые. Так, вот у нас сторожка. Сторожка. С флажком канадским. С флажком канадским. Так, здесь у нас что в сторожке? В сторожке пустота. Да. Галимая, так сказать. Ой, зачем ты дверь-то закрыл? Зачем ты дверь-то закрыл? Себе перед носом. Интересный маневр. Себе перед носом дверь закрыть. Так, тут у нас какие-то тоже валяются детали. Очень похожи на детали, которые валяются у Гэс-картер. Как будто их сюда на ремонт привозили с Гэс-картер, да? Да. Тут у нас вот валяется дрына. Тут у нас что? Непонятно. Так, залезем в машину. Посмотрим, что в кузовке. В кузовке ничего. Что в машинке у нас интересного? О, опять вяленая говядина. Я так понимаю, водилы любили говядину жрать на досуге. Ну что ж, похвально. Похвально. Так, в этой тачке, значит, у нас говядина была. Так, еще у нас две тачки на территории, да, вроде как? Вроде как, так, в кузовке никого, никого. Что там, опять тоже вяленая говядина будет? Нетушки. И этот водила не кушал вяленую говядину. Он вообще ничего не кушал. Не носил, не кушал.
Ничего у него при себе не было. Так, в кузовке пустоган. В салончике. Тоже так с виду пустоган. Все с елочками. Освежителями. Нифига нету. Я понял. Я вас понял. Так. Ну, заходим сюда. Тут у нас что? Тут у нас можно немножечко пообыскивать. Немножко пообыскивать. Так, 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 так. Мне бы еще инструменты найти. Хоть какие-нибудь. Хоть простые, хоть качественные. А то у меня же ножовочка моя будет коцаться. Но я надеюсь, что где-нибудь найдется. Либо здесь, либо там в домике должны быть. Не может быть такого, что нигде нет. Так. Тут у нас шконка. Так, что у нас под шконкой? Ничего интересного. А какая у нас здесь вообще температура на данный момент? Минус 4. Ну, в принципе, не холодно. Так, пусто. Этот запертый. Гвоздодер с собой взять брать не стал. Но там где-то гвоздодер должен быть. Где-то я должен найти гвоздодер. Нифига нету. Так, а тут у нас... Тоже нифига нету. Я вас понял. Так, значит, здесь мы пока ничего не нашли интересного. Ну что ж, пошли внутрь. Может быть, там что найдем. Так, там надо кролика сразу бросить на просушку. И, значит, кленовое деревце, да? Так, так, так. Где бы это бросить, чтобы это не потерять? Давай вот здесь, вот около надписи выхода, где красный ящик. Здесь мы его бросим. Так, давай кленовое деревце бросить. А это кишки у нас высушенные, да? Так, теперь с кроликом разберемся. Где он тут у нас? Собрать. Давай мы с тебя все соберем. Да давай хоть ножом соберем. Ножом аж 45 минут, а руками час 11. Давай руками соберем. Так, собрали, да? У нас ночь приближается. Так, значит, давай мы здесь кинем. Кинем шкуру и кишки. Так, хорошо. Ну что, погнали. А, это мясо. Мясо давай тоже выкинем, пусть здесь валяется. Так. Обыскиваем пока. Так, здесь у нас повязка. Это хорошо, повязка мне пригодится. О, гвоздодер, еще лучше. Еще лучше. Так. Так. Так, так, так. Ну, тут ночь приближается, да? Давай сходим туда. А, это я, наверное, на улицу выйду, да? Это я, наверное, на улицу выпрусь. Это я не туда. Куда это я вышел? А, нет, туда. Я думал, я на улицу выпрусь. Так, вот тут у нас запертый шкафчик был. Давай его обыщем. Там вряд ли что-то интересное. Ну, как и предполагалось, да. Заря ходил. Ладно, поперли назад. Поперли назад. Сейчас здесь. Здесь у нас что? Так, там у нас кролик лежит, сохнет. Так, ну пошли вдоль вот этой нагромождения всего на свете. Будем искать. Так, что тут у нас? Тут у нас есть немножко металлоломчика. Не упусти цель, но она нам ни к чему. Мы с лука умеем хорошо уже стрелять. Так, тут у нас что? Чаек, прекрасно. Так, тут у нас ничего интересного. Есть металлический контейнер. В нем пусто. Так, морозилка. Пусто. Так, книжки сгорят. Так, распилить. Нет, не надо пока распиливать. Пока не будем распиливать. Потом распилим. Как найдем инструменты, так распилим. О, там, вижу, томатный суп. Вижу банку с томатным супом. Так. А, это же свинина с фасолью. О, она еще даже не просроченная. Ух ты. Ух ты! Так, здесь у нас ничего. Здесь есть шконка. Мы здесь можем потом, если что, поспать, да? У нас же здесь плюс. Да, плюс даже 16. Так, хорошо. Тут у нас все заперто. Так, вот этот обыскать. Обыскать этот шкафчик. Короче, ничего тут нету интересного. Вон книжка, вижу, на столе лежит. Ну,
книгу мы возьмем. Она у нас будет гореть. Так, и здесь тоже нифига нету, да? А вот там пониже. А, в мусорке? Да откуда что в мусорке, тоже скажешь. Так, значит, это мы сюда зашли, а это мы откуда шли? А, это мы вдоль шли. Теперь дальше идем, да? Тут у нас вот есть такой... Так, это мы здесь вот были. Этот мы на улице выпрямимся, если сюда попрем. Нет, мы сюда не попрем. Так, вот здесь мы, помнится, находили какой-то фрезер. Да? Блин, уже темно. Так, ткань, топливо для фонаря. Так, у меня есть ткань и топливо для фонаря. Можно себе сделать нормальный этот. Я, правда, пока не знаю, есть ли тут лампа. Да неважно, есть она тут или нет. Может, ее тут и нету. Тогда придется себе делать факел. Но я сделаю. Я сделаю. Так, здесь у нас темнота, темнота, металлический стул. Это что, сортир? В нем есть вода, да? Сюда бы, конечно, лучше все-таки с факелом припереть. Потому что я вообще ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Так, у чувака что-нибудь есть интересного? Ничего нет. А в мусорке нет ничего? Так, дверь, дверь, шкафчики заперты. Ну, давай шкафчики обыщем. Ничего нету интересного. Тоже ничего нету. Тоже ничего нету. Так. Короче, тут темнотень. Темнотень. Особо шлындать мне здесь в темнотене смысла нет. Пойду я подрыхну. Подрыхну. Вот. Вообще стал темнотень. Нифига себе я сел, дружил. Я так и кровать-то не найду. Да, слушай. Это ты зря сделал. Мне как-то отсюда выйти теперь надо. А где здесь дверь? Не, ну я, конечно, могу здесь на спальнике лечь. Ну давай я лягу здесь на спальнике. Если я его, конечно, здесь день постелить смогу. Так, ладно. Давай жрем вот эту говядину. Жрем вот это вот мясо. Нормально. Пьем воду. И спим, а утром тогда уже разберемся. А я вообще много просплю. Да, усталость хорошая, смертельная. Тогда можно 9 часиков сразу себе зарядить. Зарядить 9 часиков. Зарядились. Ну, а потом обыскать все остальное. Или идти в домик. Или идти в домик. Охотничий, может быть, там я найду... лампу. Так, у нас еще ночь. Да, мы проснулись. Не, еще можем поспать 2 часика. Давай поспим. Или сколько мы там сможем проспать? Да сколько-нибудь сможем. Так, все, полностью отдохнув. Тогда придется ждать 2 часа. Чтобы посветлело. Посветлело. Во, посветлело. Спальник. Поднять. Так, ох, это я... Нифига себе, меня куда вынесло. Я свалился вниз. Ох, нифига себе. Как, куда меня вынесло-то? Да, я вообще отсюда выйду. Выйду. Фига меня вынесло. Это я отсюда шагнул и упал. Вот я поэтому никуда и не мог пойти. Как ты мог куда-то пойти, если ты уперся? Да. Да, что-то у нас... Тут у нас что-то есть. Газировочка. Угу. То есть я бы отсюда все равно никуда не делся. Потому что я застрял. Это хорошо, что спальник был с собой. А то вообще никаких вариантов развития событий. Так, что тут у нас в транспортном средстве? А, ничего интересного. Пусто, да? Вылезаем. Так, тут у нас еще одно транспортное средство стоит. Ну, оно какое-то... Какое-то разобранное. У него тут коробка, ткань. Вот ткань нам нужна. Там мне надо заняться латанием своих портоков. Так. Бардачок у него не обыскивается. Оно какое-то все разобранное. Так, тут у нас что? Верстачок. Так, верстачок, это хорошо. Меня вот интересует, тут инструментики где-нибудь есть?
Хоть простые, хоть качественные, хоть какие-нибудь есть? Инструментики мне нужны. Так, большой ящик с инструментами. Что в нем есть интересного? Уголь. Просто уголь. Гора угля. Прикольно. Просто уголь, гора угля. Весом 300 грамм, это серьезно. Так, тут нет нифига, да? Инструментов я тут не нашел. Ладно. Ладно. В этом у нас что сложено? Аппарате. Ничего. Нифига. Ничего. Радио не работает. Так, значит, тут у нас тоже ничего интересного. Я понял. Я понял. Так, тут у нас что? Тут у нас что? Сюда можно залезть? Так, тут у нас ничего интересного, всякие доски. Так, вот канистрочку нашел какую-то. Так, чего ты буксуешь-то на ровном месте? Давай, двигайся. Канистру нашел. Так, канистру нашел, это хорошо. А сюда как-нибудь залезть наверх можно? А зачем тебе наверх? Чего ты там забыл? Ящики вот эти поломать? Ну, давай попробуем. Ну, ты поломал, а толку? А толку никакого. Далеко не уйдешь? Ай, да ладно, уйдешь. Так, о, постер маяка. Это маяк. Меня интересуют инструменты. Мне нужны инструменты. Мне надо как-то починить мою ножовочку. А то я тут сейчас всю покоцаю пилями-металлолом. Ну, можно, конечно, не спешить. Так, вот ткань мне нужна. Давай мы возьмем ткань. Ткань мне нужна. Так, это мы взяли, да? Так, тут мы уже пролезали, тут мы уже проходили, тут мы искали. Тут у нас как бы ничего интересного не нашлось. Чё, я тут, получается, все обыскал. Только вот ящики осталось ломать. И под ними, возможно, что-нибудь находить, да? А возможно, и ничего не находить. Да, все здесь обыскано. А, сейчас сходить вот туда, где я рыскал в полной темноте, сейчас поглядеть при свете. Может, я там что-нибудь интересное найду. Так, вот здесь я был. Был. Этот ящик долбануть. Так, тогда давай сожрем. А, вот это ее надо бросить. Она разрушена. Теперь ее возьмем и выпьем. Так. Хорошо. Давай заглянем вот под этот ящик. Под ним что-нибудь есть? Нифига под ним нету. Ну, бывает. Не под всеми же ящиками что-то должно быть. Так, погода у нас ухудшилась. Тетка жалуется, что ей нечего жрать. Так, тут у нас ничего интересного. Ничего интересного. Трупешник обыскивали. В ящике ничего. Так, ладно. Ладно. Нет, сломанный металлический пульт мы не будем пилить. Металлическая полка, 3 часа и 10 металлолома. Интересно. Ой, даже 2 ткани. Хм. И калорий 788. 788. Это тогда надо что-нибудь заживать. Допустим, крекера. Не, в нем калорий недостаточно. Так, тогда допустим вот этого. Ой, погоди, отставить, зачем кофе-то? Я хотел выпить. Я хотел не кофе. Я хотел Тимофеевку. Так, и водички. Давай, я вот это пильну и погляжу, сколько у меня израсходуется тут металлолома, когда я все это пильну. Так, значит, у нас сейчас ножовка, то есть не металлолом, у нас сейчас ножовка 62. Вот давай. Значит, 10 и 2 даже ткани откуда-то возьмется. Давай, на 3 часа. 62 было. 57, 5% снялось. Во, вот такие полки пилить выгодно. Такие полки пилить выгодно. Нет, это не выгодно, надо большие пилить. С них нормально металлолома. И износ всего 5 этих. Так, все тогда.
Тогда я сейчас это все сложу. Так, а где я тут заходил? Так, это я на улицу попаду. Это я на улицу попаду. Вот здесь я заходил, да? В цех. Да. Сейчас я это пока здесь все сложу. Потом, когда я отсюда буду уходить, сейчас же я сохранюсь, насколько я понимаю, или нет. Нет. Здесь нет никакого сохранения, да? Это мне надо будет назад зайти. Ладно. Я просто вот в этот сейчас контейнер запихаю весь металлолом. 12 штук его здесь. Передать все. Все. А чем я так много вешу? А, дрын я там набрал себе, да? Дрын, книг и всего такого. Надо все это сжечь. Ткани. А чем я еще так перевешен-то, я не пойму. Чем я так перевешен? Книг на 2 килограмма, на килограмм это на 3, это на 0,5, это на 45. А что я там такого набрал-то, я не пойму-то. Так, надо все чинить, все же весьма коцанное. Все весьма коцанное. А, вон этот, ух, наш 2, почти 3 кг весит. А, ну гвоздодер, вся эта фигня, все понятно. Так, ладно, все, го отсюда. А сюда, когда зайдем, сохранимся? Или нет-то? Ну-с. Я не понял. Ладно, я пойду посплю. По-моему, не сохранились, когда мы зашли сюда. О, я перевешен и не могу бегать. Это что за звук? Как будто волк рычит. Нифига, вот этот звук меня вообще обрадовал. Просто очень обрадовал. Просто очень-очень обрадовал. Такой рычащий звучок. Как будто волк зарычал. Прям так мне радостно стало. Вообще класс было. Так, надо починить себе одежду. Починить одежду. Так, а у меня... Я весь металлолом отдал, да? У меня сейчас... О, опять этот звук показался прекрасный. Так, ладно. Я сейчас сохранюсь, а все... А, вон это что-то скрипит, теперь я слышу. Что это никакой не волк. Но все равно приятно, приятно. Так, все, сейчас поспим, чтобы сохраниться, а остальное будет потом. Остальное все потом. Так, все, ребятушки, мои девчаточки, на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, 25-го стрим. Заходите в группу ВК. Принимайте участие в опросе, во что же именно играть. Все, всем пока. Удачи в игре, остерегайтесь. Волчишек, адьос, амигос.